сука, я, блядь, сейчас тебя ёбну нахуй, сука. Ещё раз, блядь, нажми нахуй. Я прям, блядь, тыкать буду, пока ты не сдохнешь, блядь. Вот прям вот так. Чё ты мне скажешь сейчас, другой? Злобный крик. Давай, нахуй, казнь устроим, блядь, давай. Давай, хочу убить, блядь, тебя, нахуй. Говнище ебаное. Молодец, Сикир. Конечно, я молодец. Не молодец, а молодец, ёпта. Молодцы, сосут концы, ебать. А это конец, блядь, игре этой ебаной. Груз бессмертия, разрубай. Вот так вот. Воспоминания. Идите нахуй, мастера Исина. Дыхание дракона. Ну, собственно, вот и конец. Давайте подрезюмируем. Что, собственно, я сделал? Я прошел всю игру. На боссах, используя исключительно только штатное оружие, катану. Не пользовался на боссах, значит... протезом, никакими бафами, и прошел игру с дебафом, с колоколом демона, с демоническим колоколом, который... То есть в игре как такового выбора сложности нету, как мы, ну, в привычном, привыкли режиме, да, то есть, ну, разработчики как делают? Easy, normal, hard, да, в начале игры нет. Здесь есть обычный normal режим, вот, и ты можешь режим сделать более сложным, позвонив в этот самый колокол, что я и сделал. Также можно уровень сложности понизить, но неофициально, скачав мод, который делает игру легкой, ну, более как бы легкой. То есть официально разработчики, там, фанаты просили, но официально разработчики этот, ну, как бы режим добавлять не стали. Короче, прошел игру без бафов, прошел игру only катана, штатное оружие, без всяческих вот этих вот сюрикенов и так далее. Вот. Поэтому... бабушкам рассказывайте про то, какой я казуальный геймер. Про то, что я прохожу игры на изи, вот, и типа лошочек, и играть не умею. Вот это видео прямое доказательство того, что вы ошибаетесь. Что на самом деле все заебись, играть я умею. А с вами мы поговорим на эти темы, когда вы пройдете Секира хотя бы на обычном уровне сложности. Если, конечно, у вас... кишка не тонка. До новых встреч, дорогие друзья. С вами был мистер Салминатор. Увидимся на моем канале. Скоро будут новые видюхи. Всем пока.